На сквер ветеранов. Я с тобой консультируюсь. Это что такое? Это что, как они положили? Ну так. Ну что, это недоделки, что ли? Нет, так и будет. Так и будет? Да. Туфта, туфта. Нет, а как, надо на песок, вот жители говорят? Да? Песок с цементом перемешан. Ты у меня во двор зайди, посмотри, как под теннисным столом. Все такая же здесь? Да. Половины нет уже. А, половины нет. Ну, я завтра позвоню. Дим, они гарантию дают вообще-то год? Вот через год... Ну, год еще побудет она. А потом... Ну, надо это смотреть, следить за этим. Надо какое-то все равно... У меня предложение выйти на 177-ю школу. Ну, чтобы они кураторство взяли. Кто они? Ну, это ребята, казачки наши. Ну, кадетский корпус. Они здесь занимались, они субботник. Нужно... Вышли, патрулировали и вообще смотрели за этим. А там, вот потом сообщение. А? Обращение. Мы снимаем недостатки. Обращение. Мы будем завтра звонить подрядчику. Не, я думаю, что... Да, вы сами. Но обязательно нужен какой-то ответственный. Обязательно. Конечно. Я здесь буду ходить, но мне, извини меня, я здесь не постоянно. И общественный совет микрорайон, ну, здесь должен, мне кажется, школу подключать. Я хочу сказать, вот там, где 96-й садик, надо. У нас эти трубы-то лежат. Угу. Вот дети многодетные, вот эти с пятиэтажки, постоянно снимают этот кожух. Постоянно, что они там творят, да. Я не знаю, никто не занимается. Вот это вот делают, трубы обкладывают, думаю, оборвут ведь все сволочи. А то, что здесь, смотрите, у них же... Они их крепят, Наташа. У них же крепление. Но она будет вот так ходить, она да. Она как конструктор. Ну вот не знаю, мне кажется, на песок. Но это надо уточнять. Завтра надо позвонить. Завтра будем. Да. А лавки собираются ставить, Таня? Сколько лавок-то?